Статья Конституции 29. Почему? Вы должностное лицо. Вы обязаны ознакомиться с документами, если вы про них говорите. Действительно, покажите документ. Нет, не покажу. Мы уберем. Значит, у вас его нет. И обращайтесь в управление образования, вам покажут документы. То есть вы, значит, получается, издали 63-й приказ, да. Да, который, о котором говорится, что наш сын Владислав может посещать очное занятие до решения мирового суда. Да. Так? Правильно? Да. Хорошо, если вас не приняли, почему вы тогда не издали следующий приказ, который отменяет 63-й приказ? Я не обязана отменять свои приказы, я могу издать новый приказ, который вам был направлен, этот приказ, номер 65, об отстранении ребенка. Хорошо, хорошо, покажите, пожалуйста, когда мы получили этот приказ. У вас есть? Конечно. Покажите, пожалуйста, когда мы получили этот приказ. Почтой России вы получили 8 числа. Так. Через Вайбер вы получили 4 числа в 17:35. Через Вайбер мы ничего не получали. У меня, извините, есть распечатка, но ее я предоставлю в суде. Я заказала распечатку сотовой связи, у меня есть распечатка, когда вы его получили и прочитали это сообщение. Мы настаиваем, что мы ничего не получали. Ваше право, идите, настаивайте. Поэтому ты сейчас собирайся, домой иди. Угу. Ну вот такая ситуация есть. Понимаешь, у меня закон, я не могу его Виноградова Станиславовна. Олеся Станиславовна. Олеся Станиславовна. Да. То есть нужно зафиксировать факт, я правильно вас поняла, о том, что директор ребенка отстранили от школы образования, и мы понимаем, что вам какие-то уведомления писали, да, в школу? Мы можем на печатных носителях получать домашние задания. И... На печатных носителях не можем вам предоставлять. Почему? Нет возможности у школы предоставлять. Скажите, почему? Вам на бумажных носителей. Потому что школа, а это наше полномочие, решила осуществлять обучение вашего ребенка в данном формате вот так, как мы осуществляем. Это полномочия школы. То есть вот этот ущербный формат вы считаете правильной формой обучения?